Сибирские активисты движения первых досуговой площадки Центра технического творчества вместе с родителями и руководителем местного отделения движения первых Ольгой Мусанабиевой приняли участие в классной встрече в этностудии. Специалист Центра традиционной культуры Назира Нурова провела экскурсию по этнической студии. Она рассказала и показала, как изготавливают шерсть, ткут ковер и другие аспекты быта народов Дагестана. Возьми ниточку белую или синюю, вот. И она будет крутиться и будет на нитизываться. Давайте. Просто вот так держи вот здесь, она сама будет на нит и крутить. Ну-ка давай. Ой, посмотри, как здесь. Посмотрите, на видите? Идет Айса. Ребятам было интересно узнать о костюмах разных народов нашего региона, увидеть, как они изготавливаются, а также восторгаться тем, что со своими работами Назира Нурова участвовала в экспозиции Дагестана на ВДНХ. Особый интерес у детей вызвали куклы ручной работы в национальных дагестанских костюмах. Это аварцы. Да, один из народностей аварц. Это единственный народ, единственные девушки, невесты, которые одевают именно такой наряд. У них, почему у них лицо закрывают именно в день свадьбы? Потому что в тот день, говорят, девушкам могут сглазить, чтобы ее никто не сглазить, закрывали лицо. В завершении встречи дети задали мастерице интересные тематические вопросы, связанные с ее деятельностью. За самые интересные из них она вручила ребятам сувениры в дагестанском стиле.